Много споров на сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы при обсуждении закона о задержании транспорта и перемещении его на спецстоянку вызвал вопрос о парковках города. Их недостаточно. А с 1 июля для водителей введены жесткие ограничения. За неправильную парковку автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Некоторые депутаты предложили даже убирать знаки «Стоянка запрещена». Первое, что федеральный закон принят, и он обязывает областные региональные собрания принять закон, это до 1 июля, мы несколько опаздываем, но тем не менее мы понимаем, что для нашего населения важно также не только соблюдать правила дорожного движения, важно знать, что мы имеем возможность и поставить машину именно там, где нам хочется. Вот. Особенно центр Волгограда страдает тем, что дороги города Волгограда в центральном районе, видим на них избыток знаков, запрещающих стоянку. Вот. С этим вопросом мы хотели бы разобраться, депутаты хотели бы разобраться. Ну и главное, нужно создать условия, прежде всего, для населения, чтобы было парковаться удобно, качественно, а затем уже наказывать их за это. В повестке дня сегодняшнего заседания также стояло несколько других законов транспортной направленности. Сегодняшняя дума отличается тем, что принят ряд законов, 5 законов экономического блока. В частности, закон о транспортном обслуживании населения. Министерство транспорта и дорожного строительства не по договору будет определять, по конкурсу будет определять участников транспортного движения в виде конкретных фирм частных, либо государственных автоколонн регионального значения. Будут определены маршруты, и по результате конкурса будут определены, заключены договоры.